Понятно, вы употребили словосочетание «красиво и неудобно». Это относится вот в нашем случае к... Спасибо. Нори, да. К нашим соведущим. У нас такая традиция есть. Мы пристраиваем кошек, у которых нет дома, мы им ищем дом. Чудесно. У зрителей, да. Вот это Нори, и будем надеяться, что... Ну, красивая, понравится. Красивая, да, красивая. Это точно, да, очень. Красивая, надеемся, что она не очень будет стрессировать. У вас были, кстати, домашние животные? У меня есть. Есть, да? Кто? Да. Собака? Ну, я собачник, да. Так. У меня лабрадор. Угу. Лучший из людей на свете. Лучший из людей? Да. Понятно. Это подарок или... Нет, это осмысленное приобретение. Угу. Вы приобретали его для себя или это был семейный? Для себя. Для нас, для всех. Нет, ну как это произошло? Вы сами выбрали щенка? Нет, у нас есть прекрасный друг, который для нас его нашел. У вас имеется в виду с вашим семейный супругом, да? Да, который его нашел в питомнике через очень правильных людей. А мы точно знали, кого мы хотим. Мы хотели лабрадора, и коричневого лабрадора хотели, потому что мы... В семье наших других американских друзей впервые увидели, еще не было коричневых лабрадоров, они ведь такие новенькие на нашей территории, искусственно выведенные. И он совершенно обаял своим вообще совершенством, и мы стали мечтать о таком лабрадоре. До этого у нас был английский кокер-спаниель, до этого таксы, все они менялись, и все были обожаемые совершенно, и все жили очень долго и счастливо. Ну и вот сейчас мы живем с лабрадором уже 9 лет. Как зовут? Его зовут Кирюша. Кирюша? Ну да. В честь кого-то был назван? Нет, он какой-то Клерой Грей Герберт, что-то там. А, понятно, вот эта история, да. От Кира там что-то пошло, Кирюша, да. А в детстве у вас были животные? Нет, к сожалению, нет. У меня папа боялся очень животных, у него был какой-то комплекс мальчика, да. Почему? Ну, не знаю, но какой-то был комплекс любых животных, он опасался, скажем так. И вот я вышла замуж, может быть, для того, чтобы завести... питомцы, не знаю. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.